А перед просмотром видео ты можешь зайти на канал Крипера. На его канале ты сможешь найти голодные игры. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И мы продолжаем играть в Майнкрафт на моем сервере, который называется Amazing Pokeworld. И, в принципе, ребята, я еще, если честно, не начать как бы играть выживание, да, потому что просто-напросто времени, да, у меня просто сейчас нету, но как бы будем пока что вот так играть. Так, это мы сюда, это у нас кит, кит стартер, мы еще раз можем взять, поэтому, ребята, это пока что вот так, чтобы не было тут. Потом, если что, еще раз возьмем, когда начнем играть в нормальном режиме. Сейчас, ребята, я хочу устроить небольшую такую раздачу покеболов, да, вот люди просят. Давайте устроим такой небольшой флот сейчас. Давайте. Кто идет на раздачу, напишите плюс. Сейчас флот пойдет, ребят. Давайте. Начинается. Все, вы пока там пишите, а я пока же приготовлюсь. Чтобы раздать такое, чтобы... Давайте возьмем вот это. Простые покебулы, которые просто-напросто нельзя продать. Нельзя еще что-то сделать, а просто-напросто не очень такие сильные, а чтобы можно было хотя бы немного покемонов словить. И давайте возьмем там стак. Нет, полстак раркенди, так как это уже, в принципе, слишком много будет. Так, давайте напишем. Раздача возле фонтана. Давайте. Ждем тут. Так, станем тут пока что. Что бы еще можно? Нет. Так, это уже будет слишком, если я что-то тут возьму. Хотя, приконы вроде нельзя поднять или можно. Ну, ладно, пофиг. Давайте сейчас можно поднять. Так. Ну, давайте тогда еще немного приконов. Вот таких и таких. Уже народу набежало. Бежит. Че бежит? Можно такое, чтобы не вызывало слишком какой-то дисбаланс. Давайте еще, может, полстака вот этого. А приконов простые покеболы. И, в принципе, все, ребята. Я так думаю, нормально. Давайте, может. На тебе одно вам яблочко. На тебе какао-бобы, сахар, семена тыквы, сахарный тростник, нить, перо и палку. Все, начинаем. Раздача возле фонтана. Фонтана на спавне. Давайте еще ждем тут пару минут. Станем вот тут и подождем немного, пока еще кто-то прибежит. Ребят, ладно, не буду я пока что показывать. Вот там я два дома построил, которые я буду продавать. Так, давайте. Ну еще давайте немного набегайте. Все, начинаем, ребят. Небольшая такая раздача будет. Давайте, бежите, кто тут еще есть. Все, давайте. Небольшая такая раздача обычных покеболов, чтобы, в принципе, их нельзя было и продать, так как, в принципе, убрали их с продажи, и их нельзя будет продать, поэтому нельзя будет навариться на них, а только обычные такие покебольчики, которые можно будет продать, не продать, которыми можно будет словить каких-то покемонов. Конечно, это обычные покеболы, как бы. Как бы не мастерболы, даже не ультраболы, которыми можно почти что поймать, два раза использовать и поймать. Ну, грядболы такое более-менее. Давайте еще и айрон части немного людям повыкидываем. Давай, бежите, ребят, бежите. Так, еще чуть-чуть. Давайте. Капут народ тут, конечно.
Так, давайте еще вот это, еще немного желтых. Еще немного желтых. Черные мы уже выкинули, ну как бы раздали, да, еще немного желтых. И давайте немного Rare Candy. А, давайте, не будем много, ребят, много Rare Candy раздавать, потому что, в принципе, это уже слишком будет. Так, вот это еще раздадим, и, в принципе, нормально. Такие покеболы, которые нельзя продать, и которые более-менее такие простенькие. А, что еще можно? Давайте пузырьки опыта, ребята. А, да, побольше, угу, может. Пузырьки опыта, их тоже продать нельзя, а уровень тут как бы не очень так нужен. Тут ПВП нету, и в принципе, давайте еще может что-то. Так, что еще можно? Найти сундук, ребятки. И найти одну лечилку нельзя продать. Так, и, ну, в принципе, давайте еще вот такие обычные покеболы. Вот так. Давайте еще вот это, и вот такая, ребята, небольшая раздача у нас. Все. Хватит. Тоже нужно иметь предел. Чтобы тоже люди просто не наглели. И вот, если никто не поймал, ребят, не, как бы вы не поймали, я не виноват, что вы не поймали. Кто-то поймал, кто-то нет. Да и все. Так, харе тут строить вот это. Так, все. Ребят, за мной бегать не можете. Не нужно за мной бегать, просто-напросто. Я раздал то, что я хотел раздать. И все, ребят, кто не поймал, я, конечно, извиняюсь, но вы не поймали, да и все. То есть, если ты сейчас не будешь поднимать кто-то не будет поднимать какое-то время, да, то мне нужно будет раскидывать покебол до того времени, пока он не поднимет. Это тоже как-то не очень. Так что, ребят, я извиняюсь, но все, раздача была, кто поймал, тот поймал, кто нет, тот нет. Так, сейчас, ребята, в принципе, что мы можем сделать? Ок, ладно. Так, ребят, наглеть тоже не нужно. Кто поймал? Тот поймал. То нет, тот нет. А, он поймал только 7 штук покеболов. То есть, если один человек пишет, что он поднял только 7 штук покеболов, а ему нужно минимум так 40 покеболов, да, то есть мне нужно выкинуть тысяч так 15 покеболов, чтобы каждый на себе наварился, чтобы каждый поподнимал покемонов и чтобы покеболов, чтобы все были довольны, да. Ребят, я, конечно, все понимаю, но... Но это тоже наглость. Наглеть тоже не нужно, ребят. Ок. Ребят, тоже наглеть не нужно. Я, конечно, добрый и не строгий, но все же, когда вот такую хрень пишут, когда наглеют, то тоже нервы как-то потихоньку сдают, да? Ребят, я никому не даю ни покеболы, ни еще что-то, и все. Поэтому, ребята, в принципе, вот так, да. Вот я построил вот такие два небольшие домика. Вот, сейчас, где они? Вот тут один, в принципе, который мы уже построили, да. И вот я еще один тут построил. Вот этот. Вот, ну, в принципе, тоже такой прикольный домик получился. Небольшой, но уютненький. Так, сейчас. Тут же в двери могут заходить, да?
Вот такой небольшой дом, который я, наверное, потом буду продавать за какие-то алмазы или еще что-то. В принципе, прикольно получилось. Так. О, вот что я вспомнил, ребята. Идем-ка мы на спаун. Потому что я уже думаю, что потихоньку уже, наверное, можно будет начинать играть в выживание, да? Потому что тоже, если я буду всегда вот так играть с гейм-модом, то вот, видите, люди уже потихоньку начинают наглеть, выкидывающим там 300-400 покеболов, кто-то поднимает 10, кто-то поднимает 5, кто-то никто не поднимает. И потом люди наглеют. Тому мало 10, тот вообще не поднял. Давай еще. И так можно выкидывать покеболы, пока каждый не поднимет там, не знаю по какому количеству. Да, поэтому, ребята, конечно, тоже. Поэтому. Все. Так, будем мы тут. Это будет мой дом. Давайте сейчас мы окна вот тут позакрываем. Потому что есть куча багов, через которые заходят в дома через окна. Да, ребят, да, есть такие баги. И куча их использует. Поэтому нафиг на окна нужно ставить вот эти решетки, а не стекла. Чтобы уже точно не заходили. Так, давайте вот это все поставим, чтобы... Тут мой домик будет. Я уже себе выбрал. Нужно обустроить немного его. Потом уже можно, в принципе... Потом уже, в принципе, можно будет начать играть. Так, давайте еще вот тут. Вот тут. Вот тут. Чтобы вообще никак не зашли. Даже если бы старались. Чтобы не зашли в дом. Так, в принципе, нормально. О, я уже где-то слышу. Кто-то там пытается через покемоны зайти. Как бы зайти в дом, да, но нет. Нет, ребят, не получится. Так. О, тут у нас что такое? Так. В принципе, ребята, сейчас. Давайте немного его тут нормально поставим, а то тут слишком много каких-то везде вот этих разных блоков. Так. В принципе, нормально. Вот, уже люди пытаются там... Ща. Так, а то я забуду, где вход и выход. А, так, чё, уже кто-то в дом зашел и не может оттуда выйти? Нет, ладно. Так, ребят, сейчас немного нужно обустроиться тут. Хотя бы себе поставить какой-то компьютер. Вот. Это чтобы, в принципе, хватило, чтобы можно было уже нормально так уже похилиться тут и все такое, чтобы были у нас уже какие-то. Так, тут у нас что? Сейчас тут мы поставим печку, тут еще верстак можно. Тут у нас вход. Нафига тут нам вход? Я не представляю. Пускай будет вот так. Сундучки мы тоже можем себе поставить, ребята, где-то. Так, там у нас вход. Давайте тут один. Тут у нас тоже вход. Так, давайте вот так, чтобы тоже люди не смогли зайти. А то они реально находят всякие тут способы пробираться в дом. Ну ладно, заходи, если ты такой. Ребят, я... Не тоже я добрый, но... Так, вот. Сейчас, вот. Железные же двери нельзя вроде сломать. Ну или как-то через них зайти. Вот. И, в принципе, ребята. Так, что тут еще нам может пригодиться? Сейчас мы посмотрим. Тут, в принципе, больше ничего.
Iron Chest. Ну это хватит, я так думаю, вот этого всего. Эти сундуки. Так. Чё-то тут нет. Показал, что кто-то зашел. Так, больше, в принципе, ребят, нам тут и нифига не нужно. Что мы можем тут поставить. Так. Кит-стартер. Так, это мы поставим вот сюда. Чтобы у нас уже сразу тут было. И давайте, может, еще что-то возьмем немного, чтобы было хотя бы на первое время. Давайте возьмем 16 алмазов, так как тут, в принципе, уже многие развились, да, я сейчас, можно сказать, буду начинать. Так, что еще мы можем взять? В принципе, все. Больше такого ничего не нужно. Так, сейчас давайте вот этих покемонов удалим. Вылечим вот этого. Давайте. И все, вот, сейчас уже... Ребят. Ну, в принципе, ты можешь тут стоять сколько тебе угодно. Я сейчас просто выйду с дома и стой себе столько, сколько ты тут хочешь. Да и все. Так. Вот. Так. О. И давайте возьмем себе еще немного хотя бы покеболов. Давайте 10 ультраболов возьмем. Чтобы хватило. И все, отлично. В принципе, больше нам такого ничего не пригодится. Давайте возьмем еще, может, несколько шапочек, чтобы хватило нам. Так, где шапочки? Где шапочки? Давайте возьмем 2 экспешера, один вот этот. Что мы еще можем взять? Один вот этот. Нет, это не возьмем. Вот, в принципе, вот так нормально будет. Все. Вот такой у нас стартовый будет вот этот. И, в принципе, ребята. Так. Так. Вот еще. Давайте немного свой домик обробим, чтобы уже точно никто в него не зашел никаким способом. Так они вроде не смогут зайти, если у нас будет вот это. Ага. Тут же у нас тоже. Вот это. Так, ребят, вы уже никак не зайдете. Так что. Вот так. Тут у нас что? Тут у нас дверь. Нафига нам тут дверь? Ай. Умудряются, ребят, не знаю, какими способами заходить в дома, но как-то они умудряются, поэтому нужно быть немного осторожней. Так. Тут. Ребят, я буду кикать. Иди на спам. Или кик. Ребят, просто это меня уже немного начинает бесить. Так в дом забегать. Ладно. Как ты там пишешься? Как ты там пишешься? Ладно, сейчас посмотрим. Вот, ну смотрите. Вот. Так, есть еще где-то тут какие-то... Какие-то... Вот сюда. Окружили со всех сторон. Так, что тут еще есть? Вот. Сюда. Сюда. Больше, в принципе, нифига. Там есть еще какой-то подъем. Сюда, я не знаю, смогут ли они зайти. Вот сюда. Сколько тут этажей, твою ж... Так, так, и так. И вот сейчас уже вообще никто никак не сможет зайти. Только если что, как-то, не знаю, как через баг какой-то. Так, все. Сейчас мы можем уже спускаться. На первый этаж. Опять в доме кто-то бегает уже.
Непонятно, как он сюда зашел. Кто-то... Да, двери открыли, когда вот тот чувак с дома выбегал. Так. В принципе, ребята, все. Давайте, может, еще какие-то картины повесим, чтобы было более так уютненько дома. Да не с картины, а не... где они? Вот, нет, сюда нет, сюда нет. Вот тут что-то можно еще поставить, фиг его знает что. Чтобы не было вот пустого тут места, да? Так, и давайте еще, наверное, немного осветим. Тут, ну, там уже, в принципе, освечено, да. Все, ребят, в принципе, я думаю, уже можно будет начинать нормальное выживание, да? Поэтому, ребят, в принципе, я так думаю, давайте уже на этом закончим видео, эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.